Сегодня в Екатеринбурге подписали меморандум о развитии двухсторонних бизнес-миссий, параллельного импорта и локализации предприятий Армении на территории Югры. Это произошло на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2022». В ней традиционно принимает участие делегация Югры, которую возглавляет Наталья Комарова. Как сообщила глава региона в своем телеграм-канале, в фокусе работы на Иннопроме – развитие межрегиональных отношений. Так, запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Пермским краем. Еще один вектор – международное сотрудничество. В присутствии губернатора подписи под меморандумом поставили генеральный директор фонда развития Югры и директор Центра содействия инвестициям Республики Армения.